Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый осенний сезон, который продлится с 18 по 25 апреля. За прохождение этого сезона на 50% можно получить автомобиль Ferrari 599 XXE, а за прохождение сезона на 80% вы получаете автомобиль Mercedes-Benz 280 SL. Также напомню вам о наградах за серию сезона. За прохождение серии на 50% вы получаете автомобиль Alfa Giulia Forza Edition, а за прохождение на 80% вы получаете автомобиль Ford Crown Victoria. Подробно о прохождении сезона я рассказывал в одном из роликов, на который оставлю ссылку наверху. Ну а сейчас я расскажу о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня эксперт в осеннем чемпионате сообщества вы получаете серебристый жилет. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командной кольцевой гонке в парке Холлируд вы получаете кожаную куртку Триал. И за первое место против драйватаров уровня эксперт в спринте на фестивале Horizon вы получаете автомобиль Plymouth Fury. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам о прохождении осеннего форзафона. Первое испытание называется «Потехи час». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Гоночные игрушки». И все, что от вас потребуется, как всегда, выход из гаража. Следующее испытание называется «Попробуй догони». Для его выполнения вам понадобятся скоростные участки. А для выполнения испытания вам необходимо суммарно набрать 12 звезд за эти скоростные участки. Следующее испытание называется «Паркур». Для его выполнения вам необходимо набрать 1 миллион баллов за технику. Испытание кажется достаточно сложным, пока не вспомнить испытание на 7 миллионов баллов. 1 миллион я с легкостью накопил за одну специальную песню, которая умножает множитель очков. Ну и не забудьте потратить очки техники на автомобиль, чтобы быстрее набирать баллы. Следующее испытание называется «Время против вас». Для его выполнения вам понадобятся шоссейные кольцевые гонки, на карте они выделены синим цветом. А потребуется победить в трех шоссейных кольцевых гонках. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах, которые в этот раз достаточно скучные. Про призовые игры и призовые суперигры я напоминать больше не буду, так как купить их можно абсолютно каждую неделю. Что же интересного в припас-магазин в этот раз? На этой неделе вы можете приобрести эпическую эмоцию «Удар кнута» и эпический классический цилиндр, а также эпический автомобиль Ford Falcon GT 73 года за 700 очков. Ну а главный приз этот форзафон – это редкий внедорожник Maserati Levante S за 700 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!